По уже сложившейся и доброй традиции, праздничный марафон начинается здесь, на аллее почетных граждан Ставрополя. Отдать дань уважения тем, благодаря кому процветает регион, рядовые граждане начинают задолго до начала официальной церемонии. Уже за 40 минут на проспекте Октябрьской революции не протолкнуться. Сотни мужчин и женщин, людей в возрасте и детей приходят именно сюда по одной причине. Ну потому что страна должна знать своих героев, так и город должен знать своих героев, поэтому мы должны здесь быть сегодня все. Где, если не здесь? Здесь, да. Да, потому что эти почетные граждане защищали нашу родину, нашу Россию и наш город Ставрополь. Каждый год, из года в год, с тех пор, как мы живем в Ставрополе, мы всегда приходим в этот день. Праздник, праздничное настроение. Начало праздничной церемонии ознаменовывает появление почетного караула. В этом году праздник имеет особое значение. Мало того, что впервые в истории День города и День Ставрополя отмечают вместе, так и двойной день рождения пришелся на год 70-летия Победы. Получается, праздник Града Креста и Края Золотых Сердец, обрамленных Георгиевской лентой. Я горжусь нашим Ставропольским краем. Я помню о ветеранах нашего Ставропольского края. И я очень хочу, чтобы Край Золотых Сердец был по-настоящему любимым краем. И спокойным для жизни, для ветеранов, и надежным для молодого поколения. С праздником всех! От всей души желаю городу и Ставропольскому краю мира и процветания, жителям благополучия и здоровья. С праздником, с днем любимого города, с днем рождения любимого края. С праздником, друзья! Ну а кульминацией церемонии стало открытие еще трех монументов на аллее почетных граждан. Все они посвящены героям Советского Союза, уроженцам Ставрополя. Участие в открытии пилонов приняли родственники именитых ставропольцев. Ну это гордость за моего папу, за то, что он делал. И то, что он делал, город его отблагодарил. Одним словом даже не могу сказать вам, действительно. Благодарность, радость, чувства переполняют. Ну а после губернатор Владимир Владимиров с другими участниками праздника проследовали уже к аллее памяти, открытой специально к дню рождения города и края. Я так понимаю, у нас сейчас здесь 14 тысяч уже. Да, добавить. Было 9 тысяч в прошлый раз. Среди этих героев и родственник главы края, который участвовал в Великой Отечественной. Двойной день рождения в тандеме с духом патриотизма создали неповторимую праздничную атмосферу. А дополняют праздничную атмосферу отличная погода и вот такие городские украшения, которые открылись специально к Дню края. Мне, конечно, это платье идет не очень, а вот девушкам будет в самый раз. Александр Григоров, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение.